Я не вполне понял, как ты собираешься отключить щит, Энакин. Сейчас не время упражняться в интуиции. Ты говорил, что я должен доверять силе, учитель. Силе? Да. Но, похоже, ты чаще полагаешься на удачу. А есть разница? Да. Исходя из моего опыта, одна из них существует. Вот они. Берегись. Понял, понял. Берегись, ракеты! Мы должны отключить защитный барьер бункера. И не привлекая особого внимания, Энакин. А, тонкость — мое второе имя, Оби-Ван. Ты не мне, ты дроидам этим скажи. Нужно вырубить эти генераторы. Думаешь, они уже знают, что мы здесь? Вряд ли это так смешно. Это не займет много времени. На вашем месте я бы сдался. О, изумительно. Прекрати. Будь настороже, Оби-Ван! Ха-ха-ха!
делать резких движений. Вы, джедаи, совершили большую ошибку. Не бей дроида. Магистр Винду, мы нашли рубку управления. Мы отключим щит через пару секунд. Опять слишком много помех. Надеюсь, они готовы. Надеешься? Энакин, мы даже пульты еще не нашли. Не говоря о том, что мы тут не одни. Ну, их только двое. Давай я разберусь. Терпеть не могу, стражей магии. Энакин, берегись! Умно с их стороны. Вот что нужно, чтобы выиграть эту войну. Ну вот, щит отключен. Теперь посмотрим, можно ли спасти сенатора. Терпение, Энакин, нам еще нужно... Тревога! Посторонние у пульта управления щитом. Всем занять боевые посты. Ну, всем, кроме посторонних, которые должны оставаться на месте. Я думал, ты собираешься отключить сигнализацию. А я думал, это твоя работа.
Эту задачу можно было и не усложнять.